Всем привет! Вы на канале Даниэль Бой Влог. И с вами Аня, Дарина и Лера. И сегодня мы снимаем видео, как хорошо мы знаем друг друга. И что ж, я начну первой. Хорошо. Так, готовы, девочки? Да. Да. Первый вопрос. Мое полное имя и отчество. Хорошо. Тихо, Аня первая. Хорошо. Валерия Витальевна. Нет, имя. Полное мое имя. Не священное имя, Валерия Витальевна. Валерия Витальевна. Да, это правильно. Дальше, второй вопрос. Моя полная дата рождения. Полная? Может быть, просто число? Да. Ну, число и место. Хорошо. Говори первое. Или мне первое сказать? Хорошо. По-моему... А я помню. Или седьмое. Ну, говори уже. 17 июля. 9 сентября. И Дарина была права. Так. Я забыла. Хорошо. Есть ли у меня домашние животные и как их зовут? Кстати, подождите, а еще, ребятки, я предлагаю так, давай так, так как ты не отгадала один раз уже, ты загинаешь палец, и тот, кто больше всего не отгадает, тот будет выполнять тоже желание какое-то. Хорошо. Все, давайте, отлично. Так, хорошо, есть ли у меня домашние животные и как их зовут? Знаю. Так, у тебя есть кошка Даша? Да, у нее есть кошка Даша, а еще у нее раньше был Сема, кот. Да, котик. Но он... А сейчас осталась кошка Даша. Так, хорошо. Как я... А, да. Как зовут моих родителей? Твою маму Лена... Нет, твою маму Юля, а твою папу Виталий. Я маму зовут Юля, а папу Виталик. Молодцы! Давай, я перепуталась. Так, все, ладно. Хорошо. Фирма моего телефона. Я знаю. Леново. Правильно, Леново. Верно. Так, дальше. Какой мой любимый цвет? Я знаю. Голубой. Да, голубой. Молодцы. Кстати, ребятки, вы тут ничего не подумайте, то, что Лера постоянно смотрит. Здесь просто вопросики записаны, на которые мы должны отвечать. Вот тут ничего такого нету. Это просто тяжело найти постоянные вопросы. Да. Как я называю своих подписчиков? Я знаю. Звездочки. Звездочки, да. Да, вы мои звездочки. Так, дальше. А вы мои единорожки. Мой любимый сок. Я знаю. Ты это легко. Сок. Давай, давай, ты знаешь. Да. Сейчас. По-моему. Угу. По-моему, яблоко-банан. Угу. Нет. Тихо. Все уже? Да. Все. Банан-клубника. Да, банан-клубника. Я же так и знала. Загинай уже. Два пальчика у тебя загнут. Да, я знаю. Так. Любимый цветок. Я знаю. Говори. Сейчас. Давайте... Нет, без давайте. Говори мой любимый цветок. А че вообще я первая? Ну, потому что я лучше ее знаю. Да. Ладно. Это лилия. Да. Она любит анютины глазки и лилия. Да, это мои два любимых цветока. Дальше. Я предпочитаю больше чай или кофе? Ты больше... Тихо. А, да. Ты больше любишь кофе, но пьешь чай. Да. Да, она больше... Ой, она очень сильно любит кофе, но почему-то постоянно пьет чай. Да, ну только не черный кофе, только молочный кофе, но я постоянно пью чай. Кому не приду в гости, я пью чай. Так, дальше. Любимый фрукт. Я знаю. Я помню. Любимый фрукт... Что это может быть? Подумай, давай. Сейчас, я думаю, секунду. А я, между прочим, знаю. Вот смотрите, я умная, я запомнила. Ну я вообще, ну потому что с Аней... Ты больше знаешь Леру. Да, просто я Леру лучше знаю. Ну, ничего, Аня. Все хорошо. Зато после этого видео ты очень хорошо будешь знать. Да, и вы на себя будете хорошо знать. Ладно, давай, думай, все, минута молчания. У тебя банан, да? Так, а теперь я говорю. Ее любимый фрукт это... Банан! Так, дальше. Мой любимый урок, девочки, давайте, вы должны... Я знаю, физкультура, да. Да, вы просто учитесь со мной в этом классе, как я такого не знаю. Ладно, хорошо. Мое любимое имя. Ты первая. А, любимое. Лена. Да, Лена. Лена, да. Вот Лена. Не знаете, мне легко запоминать ее любимое имя. А, да. Я не буду говорить. Да. Потом скажу. Так, понимаете, раньше в детстве я очень любила имя Ксюша. Просто Ксюша, это такое красивое имя. А потом, когда я выросла, что-то мне как-то не очень просто. А теперь я люблю имя Лена. Очень красивое. Любимый сериал или фильм? Ривердейл. Блин, ну ты не знала, ты забыла. Я сказала первое, зачем я сказала? Мой любимый сериал это Ривердейл. Это очень крутой сериал. Кто его смотрит, обязательно напишите в комментариях, если вы смотрите Ривердейл, то ставьте пальчики вверх и пишите, что вы его смотрите. И вообще... Да, напишите в комментариях, какие вообще ваши любимые фрукты, овощи, цвета и любимый фильм. Ну, короче, вы меня поняли. Да. Что я вам тут рассказываю?
Так, и теперь у нас... Так, у тебя два загнутых пальца на мне, и будет сейчас еще, может быть, на Дрине. А можно я теперь буду задать вам вопрос? Давай, я буду первая, ты вторая. Так, хорошо. Нет, она будет первая отвечать, ты вторая. Хорошо. Так, мое имя и отчество. Напишите в комментариях, потом они отвечают. Написали? Давайте, я сижу с вами. Вы вообще не написали. Пишите. Пишите. Ладно, написали, давайте, я вам верю. Так, написали. То есть, ты Дарья Юрьевна. Так, а ты? Дарья Дмитриевна. Что кто смотрел, мы снимали видео, там, где Дарина была учителем, когда мы снимали... Да, когда мы типа, кривляли было. Это, когда мы кривляли да, учителей. Да, когда мы кривляли учителей, Дарина была Дарья Дмитриевна. Так, теперь моя дата рождения. Число и месяц. 5 августа. 5 августа, 5 августа. Правильно, я запомнила. Домашние животные и как их зовут? Домашних животных, у тебя есть два попугая и... Собака Лаки. Но я не помню, как зовут попугаев. По-моему, там... Молодец, молодец. Ну я же не хорошо так прям... Ладно, знаю. Говори тогда, Лера. Хорошо. У меня есть собака Лаки и два попугая. Девочка Фиона, мальчик Феликс. Да, вот так. Правильно. Да. Так, следующий вопрос. Как зовут моих родителей? Лена и Дима. Лена и Дима. Правильно. Да. А потом фирма телефона. Samsung. У тебя тут лежит телефон, Samsung. Да, он тут лежит. Что ты здесь делаешь? Объясни мне. Вот все спалил. Увы, этот телефончик немного... Спалил ситуацию. Да. Ладно, ладно, давай дальше вопрос. Какой мой любимый цвет? Никто не угадает. Розовый. Розовый. Неправильно. Да. Розовый. Ладно, ладно, розовый. Ты просто его обожаешь. Как мы называем своих подписчиков? Единорожки! Единорожки! Правильно, но Лера, если что, то вторая. Ну ладно. Так, любимый сок. Сок. Банан, клубника. Банан, клубника. Да. У нас есть одинаковый любимый сок. Любимый цветок. Любимый цветок. Тут Лера уже этот. Тюльпан. А ты как думаешь? Роза. Тюльпан. Тюльпан! Чай или кофе? Ты, наверное, больше любишь кофе, но пьешь чай. Да. Ну, ты знаешь это тоже. Да. И ты знаешь. Да. Должна поговорить. Да. Любимый фрукт. Правда, ты мне ответила. Да ладно. Любимый фрукт. Любимый фрукт у тебя банан. Банан. Банан? Банан. Да ладно, ребята, вы нормально. Вообще-то я не люблю банан как раз. Я люблю только сок с бананом. Да, конечно. Рассказывай. Ну, я рассказываю, смотрите. Ладно, ладно, что я люблю банан. Так, мой любимый урок. Твой любимый урок? Труды. Ну, тут как бы... Ну, ладно, скажу свой. Физра. Физра. Я, наверное, сейчас подумаю немного то, что это будет неправильно, но у меня любимого урока вообще нету. Но я... Как нет? Я вообще достаточно все люблю, но я не могу назвать какой-то одежду. Это нечестно. Я хожу на все. Так. Следующее. Любимое имя. Я знаю. Маша? Даша. Даша. Лера Даша. Была права. Даша, да, Даша. И, да, я раньше любила имя Маша, очень любила. Но сейчас я больше люблю уже Дашу. Да. Любимый... Кстати, это прям как ты, Дарина, Даша, это прям... Да. Очень... Кстати, ребятки, многие у меня спрашивали, почему ты в Инстаграме подписан Сладкоежка 505, а потом Дашуня? Ребятки, я сама по себе Дарина, но... Просто скоро мы можем звать да. Дашу. Мое священное вообще имя это Дарина. Вообще я сама по себе Дарина. Просто иногда на меня называют Дарья, Даша, как бы по-разному всегда называют. Но Дарина. Вообще правильно мое имя это Дарина. Любимый сериал или фильм? Вот этого я не знаю. Кулынов дома. Кулынов дома. Так, тут... Ай! Лера! Лера! Я его не... Все нормально. Ты загинаешь пальцы? Сколько я загинаю? Сколько у тебя пальцы? Нет, 4. Один остался. А я ни одного еще не закрыла. Ну, потому что я не одного еще не закрыла. Сейчас мы на Аню точно все пальцы закрыли. Да, это просто меня не очень нравится. Имя, отчество. Давай, кто первый? Кто первый? Давай, я сначала буду первый, потом ты второй, а потом по-другому. Да, всегда правильно. Так, Анна Юрьевна. Анна Юрьевна. Молодец. Так, когда ты рождения? 7 июля. Нет, августа. Нет, Дарина сказала, загибаемся. Ну, августа, я вспомнила. Как зовут моих родителей?
А вот на вот этом вот я... Юра и Люда. Так, я же еще не ответила, я же еще могу ответить. В общем, ладно. Ну, ты уже знаешь тогда. Нет, Юру я точно знаю, потому что ты Юрий. Да, да, да. А вот маму я не буду честно говорить, так я уже услышала, поэтому я не могу. Ну ладно, ладно, все равно играет. Так как? Домашний животный, как раз. Ты еще? Да. А, да, она говорила. А, хорошо, у тебя раньше был котик. Как его зовут? А, его Яша. Да. Дед. Дед. Ну, а, не, ну как это, так, его же не Яша зовут. Котик Яша. Что ж такое, молодцы! Так, Даша. Один пальцев. Ну, я фирма телефон. Samsung. Samsung. Молодцы. Какой мой любимый цвет? А, салатовый. Салатовый ярко-ярко-зеленый. Очень яркий. Молодцы. Так, как мы... Я знаю, как я называю всех птичек. Я называю на вас единорогами, а она называет на вас зайчиками, а она называет на вас звездами. Какой ваш любимый сок? Я знаю. Ты сейчас. Хорошо, яблочко. Яблочко, да. Молодцы. Так. Любимый цветок? Тюльпан. Да, тюльпан, тюльпан, тюльпан. Так, молодцы. Чай или кофе? Ты любишь чай. Пьешь чай. Давайте. Ну, ладно, скажу чай. Правильно. Мой любимый урок. А я говорила вам недавно. Я знаю, девчонки. Труды. А ты? Ты что скажешь, Даринка? Труды. Молодец. Да, 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 да. Пять. Так, мое любимое имя. А я вам говорила тоже недавно. Так, сейчас кто говорит первый? Ты еще говоришь. Да. Нет, 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 ты говоришь, говоришь, я говорю. Да, ты говоришь. Да? Сейчас, сейчас, сейчас. Я помню это имя. Ты помнишь? Я помню. Я вспомнила. На счет три тогда. Раз, два, три. Танита. Татина. Танита. Неправильно. Танита. Давай палец. Ты сказала Татина. Да блин, я имею. Ребята, мое любимое имя Танита. Ну, это правда не наше, но очень. Загибай палец. Я так люблю. А мне одна палец. Так. Сколько пальцев? Мой любимый сериал. Давайте, 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 Лерка, давай, давай. Ну, я же говорила. Это, кстати, тяжело очень для собственного. Я Варта. Теперь я. Твой любимый сериал это... Или что? Пьета Варта, да. Молодцы, ребята! Так, и что? Сколько у кого загнутых пальцев? Ну, у меня вообще 1,5 считается, потому что вначале что-то... А, я сказала только, как ее маму зовут, а папу не сказала. Да-да-да, вот. У меня 4. Ну, Анечка, извиняй. Ты выполняешь желание. Так, мы к вам вернемся ровно через миллисекунду. Смотрите, это просто прам-прам. И мы повернулись. И мы уже загадали ей желание. Ну, не загадали, а придумали. Да. Так. Сейчас она для вас будет показывать обезьянку. Шимпанзе. Да. Смотрите, мы ей в голову обезьянку. Веточку. Вы там красиво сделаете хотя бы. Да не переживай, ты красавица у нас будешь. Так, на подиум можно пить. Дарина, я тебя знаю. Что вы там наделали там? Да, да, красиво, не переживай. Правда. Ну, на эту сторону еще надо сделать. Там же вообще пусто. Да нормально, надо... Так, все. Все, ну что, ты готова? Раз, два, три, танцуй. Да? Ну, начали. Давай.